То, чего ждали с начала пандемии. Вакцина от коронавируса уже в Барнауле. В первой партии, которую получил Алтай, 42 дозы. Ждут своей очереди в специальном холодильнике. Препарат крайне прихотлив к температуре и достанут его только перед самой процедурой. Сразу подчеркнем, первыми вакцину введут сотрудникам здравоохранения. Но и среди них подойдут далеко не все. Которые у нас не перенесли ранее новую коронавирусную инфекцию. Те, у которых на сегодняшний день нет титров антител о перенесенной инфекции, и уж не говоря о том, что нет иммуноглобулинов класса М, которые свидетельствуют о возможном начале заболевания. Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог края, взяла на себя смелость стать абсолютно первой. Побочных эффектов не боится, говорит, все о них знает. Еще 41 доброволец, кроме нее, это терапевты, медсестры, регистраторы, педиатры из разных медучреждений города. Им вакцину должны поставить в течение недели. Ну вот и все, прививочная кампания открыта. Через 21 день Переладовой поставят вторую часть вакцины, если все пройдет отлично. Все это время за состоянием привитых будут следить врачи, чтобы понять, как организм реагирует на новый препарат и учесть это в будущем. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в ближайшие недели Алтай получит еще больше 2000 доз. Кстати, ранее Ирина Переладова поставила прививку от гриппа и выдержала время. Выдержали четко 21 день, 28 дней, ну на самом деле 30, да, и поставили эту вакцину. Когда вакцину смогут ставить все желающие, пока неизвестно, но вряд ли в этом году. А что уже давно доступно, так это прививка от гриппа. Ее получили уже больше 400 тысяч жителей края. Ставлю с 10-го года. Ага. Да. Болеете? Нет. Процедуру проходят в поликлиниках, ФАПах, выездных пунктах. Здесь за день препарат ввели сотни человек. Очень активно. А как это объясняют? Может, из-за коронавируса? Очень мало бывает осложнений, одна на 100 тысяч может быть. Работать мобильные пункты будут до конца недели. На площади Сахарова и Мира они открыты с 10 до 16 часов. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».